И всем привет, дорогие друзья! И, ребятки, всем привет! И сегодня, ребятки, вы, наверное, часто задумывались. А что же лучше? Звездочки? Ну, типа, престары? Либо мегаящик, ребятки? И сегодня, ребята, мы это выясним. А вы спросите, как мы это сделаем? Ребята, сейчас я вам все расскажу. Сегодня мы откроем целых 100 стардропов и 100 мегаящиков. Сегодня, ребята, мы разузнаем, где вы, у кого выпадет больше бравлеров, тот и победил, ребятки. Ну что, начинаем! Первые 10 стардропов выпадает какая-то фигня. Эпик. Стардропам будут помогать кредиты, поэтому, потому что из стардропа могут выпасть скины, поэтому они будут немного помогать им, стардропам. Вот, например, все, у стардропов уже заработан первый боец. Это у нас Кольт. Первый боец из стардропов, ребятки. Опа, все, 10 стардропов уже закончились. Сейчас будем открывать еще 20. Так, ну давай Лего, пожалуйста, мне. Дайте мне, пожалуйста, Лего. Мне Бул выпал. Прекрасно. Уже 3 бойца в копилочку, конечно же, стадропов. Эпик. Шо, блин? Уже сколько стадропов? Ребята, что это такое вообще? Я не понял. Так, ну ладно, уже у них много бравлеров из стардропов. Ну го. Давай, что-нибудь крутое. Ладно, еще вот эти. О, мифик. Что это? Скин? Ну скины мы не считаем, ребят. Скины мы не считаем. Ну давай, вот. Давайте, стардропики, давайте. Мифик! И что это? Отис мифический. Сюда уже плюс еще один бравлер. Просто дропики. Ой, блин. Фух, я думала, отсюда выпадет бравлер. Но сейчас открываем. Сейчас мы открыли, получается, 30. Сейчас мы открываем 40. До 40 идем. Так, давай. Открывай, ну что-то нормальное, давай. Боже, ну что-то нормальное выпади. Ну блин. Ой, я случайно маленький ящик открыл. Ну пофиг. Сейчас мы открыли 40, сейчас открываем 50. Ну окей. Ничего. Эпик. Ничего. А тут ничего. Ничего. Опа, рикошет. Стоп, сейчас мы уже открыли... Сколько мы открыли, ребят? Я не запомнил. Вот это мы уже, получается... Ребят, все, теперь минусовка. Минусовка, ребят. Теперь стардропы не будут помогать нашим этим звездочкам, потому что... Ну все, теперь считаем скины. Но вот Кольт вот это не считается. Все, мы, получается, открыли еще 40. Сейчас открываем 50. Стоп, вот сейчас. Получается, мы не открыли 40. Стоп. Все, вот теперь открыли 40. Теперь еще раз открываем 50. Мифик, что это? Блин, ничего не выпало. Ну вот должно что-то пойти и выбрать легендарочка, ребятки, легендарочка. Ну блин, ну я думала легендарочка. Да блин, что это за удача? Давай легендарку мне. Хотя бы бойца давай. Стоп. Вот мы сейчас открыли 50. Сейчас будем открывать еще 60. Это 60-е мы сейчас открывать будем. Эпик. Редкий. Мэфик, давай. Ну, блин, ну что это такое, блин?
Ну давай, вот, вот сейчас буду закрытыми глазами. Редкий. Сейчас закрытыми глазами опять. Почему все закрытыми глазами все редко? Так, ладно, мы уже открыли 60-е открыли. Сейчас будем еще до 70-е открывать. Бэдиш, 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 бэдиш. Ну, бля, сейчас локтем открою. Ну, блин, что ты? Мэфик, мэфик, давай. Какой-то значок. Мэфик, опять мэфик, давай. Эпик какой-то тупой. Блин, блин. Все, мы открыли 70-ю. Сейчас будем открывать до 80. До 80. Ну, блин, давай, что-то выходит уже. Супер рейс. Так, блин. Ну, давай. Ну, сверхредки. Ну, почему именно сверхредки? Блин. Ну, блин. Опять я обычный вес подкрыл. Все. Осталось всего лишь... Сколько там дропов осталось? Еще два раза. 10 дропов открыл. И все. И все, ребят. Потом будут уже мегаящики. Эпик, давайте, да позже, давай, давай. Сейчас я реально могу немного болеть за слабоку, потому что им вообще ничего не везет. Только только я сказал, что не везет, и сразу им попадает... Мифик. Все, последние 10 садропов. Простите, ящики. Давайте ящик сейчас прям медленно откроем. Ну, блин, все редкие. А сейчас быстро, сюда! Ну, блин. Ну, давай, позже. Сейчас прям медленно, медленно. Да, блин. Хотела обмануть, но сбрал. Да, блин. Сколько там еще звезд осталось? Так, так, ну блин, я карандашом нажимал, ну точнее пальцем, ну карандаш помогал, так, карандаш походу магический, карандаш реально магический, блин, ну карандаш до эпика только доходит, нет, карандаш не магический, он, ну блин, ну это последний, все, теперь надо посчитать, сколько бойцов было нам за... Мне кажется, у мегаящиков просто... Мегаящики просто разломают это. Мне кажется, можно оставить этих 7 бойцов. Ну, в принципе... Ну, вот, например, можем засчитать Отиса как 3 бойца. Потому что он мифик. Мифик считается как 3 бойца. И Рику это он сверхредкий. Может посчитать, что это считается как 2. Поэтому у него... У них 12 звезд. 12 браузеров. Все, ребятки. Мифик считается как 3. Сверх. Редкий считается как 2. Редкий вообще ничего считается как 1. А вот легендарка считается как 5. Легендарка считается как 5. Поэтому, ребятки, то закинцаемся, и звездочек у нас 12 правдеров. Сейчас я сделаю все так. Стоп! Может быть, вот эта легендарная звездочка может помочь? Ну вот, просто открываю. Да не, все, звезды в пролете. Ну все, ребятки, я обнулил аккаунт. Как вы видите, все, у меня ничего нету. И сейчас, ребятки, я буду, собственно, открывать целых 100 мегаящиков. Посмотрим, сколько будет первый мегаящик. Сразу же поку, ребят, понимаете? Мне кажется, мегаящики все. Мегаящики.
Ребят, мне кажется, мегаящики точно победили. Кстати, не, у звездочек, кстати, 13, потому что я почитала скин на кольта. 13 звезд, поэтому открываем, собственно. Так, сколько я сейчас открыла? Я сейчас открыла 4 примерно. Сейчас 5. Ну вот, понимаю, мне кажется, надо вернуть мегаящики. Блин, ну я не могу. Кстати, Эпик придает этот, как это? Эпик пусть будет придавать... Эпик пусть будет придавать 2. Тоже 2. Как сверхредкий. Окей, сейчас я уже... Ну вот, я уже открыл 6-й мегаящик. Опа. 7-й открываю. Опа. 8-й открываю. Опа. 9-й. Блин, ну все, мегаящики однозначно победили. Мне кажется, точно победили. Блин, так, что, блин? О май гад, вот это 10-й где-то, да? Нет, это 9-й. И вот сейчас последний 10-й открываю. Все. 10-й открыл. Последний. Открываем следующий. 20. Еще нужно 10 открыть. Это первый. 6 предметов. Открываем. Что же там выпадет? Давай. Джессика, просто. О май гад, я не понимаю, что это делать. Это первый. Второй. Ребят, я просто не понимаю. Третий. Ребят, ребят, ребят. Четвертый. Ок, пятый. Ок, шестой. Седьмой. Что, блин? Ок, 8-й. Ок, 9-й. Я не могу, ребят. Ок, 10-й, последний. Окей, открыли мы уже. Сейчас еще 10 открываем. О, нет. Ну, еще 9 открываем, потому что я случайно открыл. Еще 9. Что? Что, блин? Что? Еще 3. Еще сколько нам? 9. Еще 7 надо. Еще 6. Ну, еще 6, да. Так, еще 5. Хе-хе-хе-хе, еще 4. Дарил. Дарил, чисто вот. Окей. Еще осталось 3. Это. Еще осталось 2. Осталось только 2. Давай. Осталось только 2. Давай. Что там? Ладно. Еще 70. Ок. Ок. Да, ребят, еще 7 осталось мегаящиков. 7 мегаящиков. Мегаящиков. Осталось еще 5 где-то. А вот теперь 4. Теперь 3. Что? Теперь 3, теперь, как вот там, теперь, 2. И мне выпадает динамайк, просто. Я не могу, ребят. Стоп. А почему бойцы перестали падать? Стоп. Все, еще 10 мы открыли. Но мне кажется, уже тут смысла нет продолжать, ребят. Посмотрите, сколько у меня бойцов. У меня 21 боец.
чтобы вы понимали, тут еще и есть леги. И я даже не давал опор, как звездочка. Вот эту легендарную звездочку я забрал и давал отпор им. А все равно мегаящики победили. Делайте выводы. И если вы посчитаете это нечестно, вот я открываю мегаящик, и мне ничего не выпадает. Прекрасно просто. Ну вот мегаящик, если открою, мне тоже ничего не выпадет. Блин. Ну, короче, вот. Ну, мегаящики, короче, выиграли. Короче, этот ролик был пояснителем тем, кто не любит мегаящики. Я не знаю почему, но, блин, ну, это ваша цель. Что вы хотите, кого вы любите, кто любит стендапа, любите их. Но этот челлендж показал, что, собственно, вот что, собственно, побеждает. Короче, вот, собственно, побеждает мегаящики. Кто болел за звездочки, ребят, вы слились. Тем более, 21 боец, это можно считать, если считать эпических, легендарных и сверхредких. Это где-то 40 бойцов. А у наших звездочек всего лишь 13 бойцов. Делайте выводы, а я все равно хочу звездочки. Хотя нет, я хочу мегаящики, чтобы вернулись. Надеюсь, увидеть Supercell. Вот даже из звездочек мне выпало. Надеюсь, этот ролик увидит Supercell. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.